Привет, друзья! Хочу пару слов сказать о том, что делать, если вот нет у вас в данный момент какой-нибудь рабочей бумаги. Мы только сегодня разговаривали как раз в Фейсбуке об этом. Ну, не пришла еще бумага, которую вы купили. Или лень вам идти за ней. Или вся кончилась и больше не на чем просто рисовать. Вот так у меня. Что делаем? Берем картонки. Берем какую-нибудь коробку, которая была. Ну, мне повезло, у меня была белая коробка. Может быть, у вас какая-нибудь такая крафтовая. Ничего страшного. Режем на куски. Причем я вон пока резала, еще испачкала ее всю в цвете, видите, в красках. Ну, у меня одна чистая, одна грязная, поэтому зачем же мне чистую использовать, если я могу на грязное нарисовать? Вот и вы, не стесняйтесь, всегда используйте то, что есть под руками. Главное – умение, да, а не качество этих материалов. Будем рисовать на этой картонке. Рисовать будем розу. Мастихин нам точно потребуется. Красочка у меня акриловая. Как видите, вот цвета. Черный, красный, голубой. Голубой, а не синий. Это принципиально. Ну, у меня, во всяком случае, в картине лучше будет смешиваться такой цвета морской волны цвет, если мы будем желтый и голубой смешивать. Белый и зеленый. Все. Начинаем сразу смешивать то, что я вам говорила, цвет морской волны. Капельку желтого. Вот голубой берем. И белый. Смешиваем, смешиваем, смешиваем. И что получаем? Получаем зеленый. А нам нужно получить цвет морской волны. Поэтому берем больше голубого. Это вообще легко смешать зеленый, как вы видите. Просто смешав синий и желтый. Вот еще белого я вмешала. И больше голубого вмешиваю. Чем больше голубого, тем голубее наш цвет. Чем меньше голубого, тем он зеленее. Вот уже что-то такое вырисовывается. Это уже мне нравится. Смешали, смешали, смешали. Все нормально. Уже еще можно голубенького. И покрываем вот то, что когда-то было коробкой. Сразу мастихином. Сначала первую прописку, первую подложку. Видите, я просто прохожу так цветом. Просто выкрашиваю. Даже еще не фактурю, просто вот все углы главное закрасить, чтобы ничего не прописано у вас, не оставалось никаких белых кусков. Это не профессионализм, когда у вас белые кусочки торчат. Картина должна быть как вид из окна, он должен быть от края до края, нигде не должно вот этого белого куска просматриваться. Есть, все, прокрасили. Теперь начинаем уже фактурить. Начинаем вводить вот эти цвета. Но не раньше. Сначала прокрасили как следует. А теперь уже фактурненько начинаем. Можно белого чуть-чуть побольше. Стихинчиком уже красоту наводить. Хочу сегодня очень пастозно, поэтому не стесняюсь, как видите. Беру жирную красочку. Очень мне хочется вот такие пастозные мазки. Вот, прям красотища. Белого немножко, желтого, чтобы у нас получился такой вот желтоватый цвет. И буквально капельку, вот совсем невесомую часть красного, чтобы у нас там розовый вот этот вмешался. Вот. Видите, у нас теперь не просто желтый, а вот он такой с розовинкой. Чуть больше белого хочется. Вот так. И начинаем. Даже еще немножко капельку розового. Вот. Розовая прелесть выходит. Так. И начинаем писать крупного лепестка вот такого. Даже вот этот лепесток. Видите, я все от центра. Это будет центр. Два таких пропеллера делаю. Есть. Дальше уже веду центральную. Начинаем не с серединки, с самого центра цветка, я имею в виду физического центра, а серединочку чуть попозже нарисую. Теперь вот такую махину делаем ему.
это, мне кажется, побольше должен быть лепесток. Такой вот прям. Даже беленького на краюшек. Так, берем розовый. Туда вмешиваем капельку черного, чтобы серединка получилась такая темненькая. Все, так делаем серединку цветочка. Замешиваем. И начинаем уже вот так вот вылепливать лепестки вокруг, как будто вы крем на торт накладываете. Так, здесь вот такой лепесток, и еще раз красный, еще раз черный, замешали, вот получили такой бордовый цвет. И вот здесь, как будто бы это внутренняя часть вот этого лепесточка. Еще черного, еще красного. Серединку еще подтемним. Вот. Еще можно прям черного. Вот. Но немного, видите, он сразу размазывается. С красного получается вот такой эффект. Здесь тоже вот черное есть. Теперь вытираем, не хватает каких-то лепесточков вот этих вот боковых, давайте их и изобразим. Желтеньким смешала вот тут, даю лепестки, я даже не пишу, а леплю практически, да? Вам не кажется, что это лепка больше? Все, уже с этим цветком предостаточно. Есть вот здесь вокруг чуть-чуть так вот попортили так вот фон этим же желтым. Видите, я просто грязным мастихинчиком вот так вот царапаю немножко фон, чтобы на нем оставался вот этот желтый цвет, чтобы поддержать мою желтую розу в фоне, а иначе он будет слишком отличаться. Это белый, этим голубым смешаем. И вот такое, где посветлее вокруг нее, потому что она очень светлая, очень красиво будет. Тут фон есть. Теперь листики. Листики я предпочитаю черный смешать с зеленым, чтобы у нас получился такой очень темный цвет. У нас все светлое, фон светлый, роза светлая, нужно что-то темное. Пусть темные будут листья. Вот здесь, из этого центра, между лепестками делаем черенок. И смотрите, и кончиком. Видите, я даже не самим мастихином, а кончиком рисую ему эту веточку. Из веточки тут вот листик пошел. Можно чистым зеленым. Вот так вот листик пошел. Тройной листик такой у нас. А здесь тоже. Рисовали. Вот так туда он спрятался за лепесточек. И здесь еще один листик. Видите, все это я смешиваю, красочку делаю. Туда вниз. Просто показываю, что черенок туда ушел. Поворачивая все время мастихинчик, поворачивая руку с ним, я вылепливаю эти цветочки вместе с листиками. Листик, кое-где, опять же, как я говорю, нужно поддержать эти листики в фоне, цветочки. Такие царапушки делаем, поцарапки, цапки. Царапки делаем, вот такие вот процарапывания, чтобы эти листики не были чужеродными. Здесь есть, и давайте вот, видите, от усилий даже мастихин отвалился. И давайте теперь зафиксируем это все, завершим хорошими такими жирными брызгами,
Давайте желтого. Хочется чего-то яркого. Это будет желтый цвет. С водичкой размешиваем. Размешиваем наш акрильчик. И, как всегда, помним, что если вы хотите мелкие брызги, берете зубную щетку и просто брызгаете зубной щеткой. Если хотите крупные, лучше вот как я это делать, вот так вот кисточка-писточку. Мне хочется здесь именно вот этих крупных достаточно брызг. Желтый сосредотачиваем возле... Ой, вот это класс! Прям нужный такой мазок, смотрите, еще желтенького можно подмазать. Сосредотачиваем возле розы побольше желтого, а зеленый будем возле листьев. Чуть-чуть еще, чтобы было явно видно, что желтый пошел от розы, как будто бы роза вот так вот плюхнули, и это она вся разбрызгалась. Именно этого эффекта мы добиваемся. А зеленый будем возле листьев делать. Разводим зеленый точно так же. И капельку на розу иногда заходим, но немного, иначе все будет одинаково, не будет эффекта вот этих вот брызг. Они нам должны не мешать, а помогать в нашей работе. Закончили картину. Получился, как мы любим. Вот такой стиль с брызгами и очень наляписто, классно. Да ведь? С нашими жирными мазочками роза. Желаю вам удачи в творчестве. Следите за моим каналом, там еще больше у меня интересных уроков. Пока!